Ангарское управление пенсионного фонда было образовано в 2001 году. До этого в нашем городе оформлением и выдачей пенсий занималась так называемая служба уполномоченных Иркутского отделения Пенсионного фонда России. И тогда, и сегодня наши специалисты были первыми и открытыми для всего нового, что только может улучшить работу. Тогда была служба уполномоченных, я помню, как приезжали к нам в Иркутск, первые компьютеры мы внедряли, создавали базу прямо в Иркутске, потом эти компьютеры забирали вы и увозили в Ангарск, здесь начинали работать уже в автоматизированном режиме. Сегодня во всех отделах фонда работают в единой программе, благодаря которой сотрудник за считанные минуты получает доступ к личному делу пенсионера и может также быстро решить любой вопрос. Именно в отделениях пенсионного фонда была впервые введена работа через операционный зал. Управление Ангарска всегда отличалось новаторством, творчеством. Ну а то, что как мы относимся к людям, то оценку нам ставят жители города Ангарска. Сегодня 77 тысяч ангарчан получают пенсию. И сегодня мы добились, что в наших очередях находятся наши посетители не более 15 минут. Мы сегодня вообще обратились, первый раз пришли сюда. И сразу чего понравилось, вот как зашли, охранник сразу, я не знаю, куда обратиться. Охранник сразу подошел, показал, куда обратиться, к диспетчеру. Диспетчер подсказала, сказала, в какой кабинет идти. Не успели подойти, уже вызывая. Тут очень обслуживание хорошее, что нравится. В 2015 году Иркутское отделение и Ангарское управление в его составе заняли первое место среди других учреждений Сибирского федерального округа. В честь праздника ветеранам и лучшим сотрудникам вручили благодарности и почетные грамоты. Евгения Шильникова, Дмитрий Новопашин. Местное время.